Три медали завоевали тагильчане на региональных соревнованиях по легкой атлетике. В Екатеринбурге состязались юноши и девушки 2004-2005 годов рождения из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края. Воспитанница «Спутника» Александра Кузьмина победила в беге на 60 метров, опередив более сотни соперниц. Ее соклубница Анастасия Гентух показала лучший результат на дистанции 300 метров. Василий Казьянчук из юности замкнул тройку призеров.